Приветствую вас, дорогие друзья, с вами AlexPlay, добро пожаловать в игрушку Witch Hunt. Ну что ж, мы продолжаемся, продолжаемся охотиться на дерево. Офигеть, это сложно. Жертвенное дерево, по-моему, да? Давайте к хижине путешествуем. Фу, на этот раз максимальное количество патронов, которые я могу таскать, это 60. На данный момент у меня сколько? На данный момент у меня 25. Так, это я сейчас в хижине, да? Тут была змея, мы ее убили. Офигеть, чья это рука. Это понятно, олень. Так. Можно попробовать открыть сундук, но мы не будем. Блин, у меня 90 здоровья, я забыл подхилиться. В общем, тут где-то дерево должно быть. Пофиг, 25 патронов должно хватить, чтобы убить это дерево гребаное. Еще вот эта тварь летает. Она не должна меня, если она меня поймает, она меня телепортнет в какую-нибудь непонятную точку. Это мне явно помешает. Так, дерево мы должны заметить, там грибы растут. Но оно похоже, оно сливается, ребят. Сразу так можно и ошибиться, не найти. Оно как бы двойное, две ноги должно быть. Если вы рядом подойдете, оно просто вас, на вас наступит и 50 хп отнимет. По-любому оно где-то прячется. Оно вот так примерно стоит, как будто бы две ноги. Но это два разных дерева. Кто-то меня заметил? Тут просто какой-то зомби ходит. Пошла нафиг, тварь. Она не добежала до меня. Так бы она меня телепортировала. Похоже? Похоже, но это не оно. По-любому где-то здесь спряталась. Если вы рядом подойдете, ребят, вам хана. Еще у нее слизь дурацкая. Такого зеленого цвета. Может быть, это вот вон там оно, нет? Как вы думаете? Потому что надо тут далеко идти. Сейчас посмотрим. Где, ё-моё, она? Блин, шептаны. Грёбаные шептаны. Ладно, я пока поищу, ребят. Кстати, я забыл, можем посмотреть примерно, где она. Давайте посмотрим. Она просто стоит, ребят, она где-то стоит. Ну хрен поймешь, где. Где-то в лесу, она смотрит на лес. Но у деревьев мало, такое ощущение, что деревьев мало. Правда, 50 маны мы потратили. Ладно, добудем 50 маны. Ничего страшного. Слушай, когда я подхожу ближе к домику, оно сильнее у меня бьется, сердце. Может, все-таки где-то здесь стоит. Его реально очень сложно найти. Может, в поле где-нибудь. Я уже не знал, где искать. Это я, как кажется, вспомнил. Оно, скорее всего, остановилось там, где я последний раз, ну, якобы погиб и потом телепортировался. Я бежал от нее вот отсюда, вот в ту сторону. Давайте примерно определим. Так, поворачиваемся. И в ту сторону я бежал. Давайте вот эту тварь убьем. Их легко убивать. Вот денежка и... Ебана, отлично. И бежим в ту сторону, короче. Давайте еще одну убьем. Их проще всего. Сразу. Так, ну все, добыли то, что нужно. И теперь быстро бежим. Подожди, ну... Это я туда бегу, сердце не бьется. Значит, нифига, она не там. Значит, назад идем. Так, ну, в принципе, мы сейчас ману пополним. Давайте посмотрим примерно, где она.
Оно начинает ходить, оно пошло. В принципе, рядом с горами. Пустошь и горы. Пустошь и горы. Здоровье у него 50%. Понятно, да? Там, где пустошь и горы. Окей. Я думаю, мы его приманим и сохранимся где-нибудь там. Понятно. Бежим. То есть она уже не стоит, она уже бегает. Короче, у меня фигня. Плохо все. Да вы издеваетесь. Ребят, только сейчас это заметил. Думаю, это по-любому надо заснять. Так. Идем сюда. Тут какой-то, значит, лагерь. О, я бы даже сохранился. Так, еще сохранимся. Я тут не был. Сейчас постараемся зачистить лагерь. Там еще кто-то ходит. И тут сохранимся. Надеюсь, тут будет хороший ценный лут. Вон он, тварь идет. Ну-ка. Плюс деньги заработали, отлично. Плюс тут какое-то озеро. Я не могу конкретно понять, где, но тут. Вот, тут холодно. Просто как будто бы искусственное озеро сделали. И тут, видимо, люди отдыхали. Тут тоже такая расчлененка. Кого-то убили. Блин, тут что, ничего полезного нету? Я думал, тут будет что-нибудь полезное. А, есть. Есть сундук. Я боюсь, что отмычки все потрачу. Но попытка не пытка. Сейчас попробуем. Первый раз просто тут. И что тут мы найдем, интересно? Ну, давайте. О, с первого раза, нифига себе. 68, 68. Нифига себе. То у меня 162 монеты. Офигеть. Сразу 150, считай. Топово. Так, насчет телепорта я не знаю. Вот это меня телепортирует. Ну, давайте пускай подойдет. Смотри, что будет, если она подойдет близко. Так она у меня еще проценты здоровья отнимает. Нифига себе. Так, ну она меня рядом. Рядом с домиком телепортнула. Так, короче, надо на базу вернуться, что-нибудь подкупить. И потом опять будем искать это гребаное дерево. Просто я уже знаю, если идти по течению, ну, по... Ну, не по течению, потому что тут стоит. Хотя нет, она влево плывет, да, ребят? Река плывет влево. То есть по течению там будет наш заветный домик. Именно оттуда мы легко с вами вернемся домой. Лучше поторопиться. Это мало ли кто-нибудь выскочит. Так, все, вот мы пришли. Смотрите, идем сюда. Сейчас все увидите, как надо делать. Я сначала хотел броню сделать, потом, да ладно, нафиг, ну 20% больше будет. Не так уж критично. Давайте лучше возьмем, чтобы мы могли определять наше местонахождение. Мне кажется, это более круто будет. Сейчас сохранимся. Ну и патрончики можно будет купить. Я думаю, патроны лишними не будет. Так, ну первым делом, смотрите, у нас полностью восстановлено здоровье. Покупаем вот эту штуку. Компас, да. Давно хотел это. Крест плюс бесплатно. Набор серебряных пуль. Поскольку дают 25, по 5, да, дают? Понятно. 40. Я думаю, 40 будет вполне достаточно. Теперь... А, у меня нет карты этого места. Понятно. Теперь возвращаемся назад. Сколько у меня маны? 55. Маны... Конечно, просто так не восстановится, да? Давайте отсюда, может быть, в лес. И смотрите, ребят, то есть я нажимаю сюда, и я вижу красную стрелку там, где я нахожусь. Это реально очень топово. Советую прокачивать. Зря с первого раза не прокачал, но нам было бы удобнее ориентироваться. Так, что хочу сделать? Освободить пса. Может быть, он мне как-то поможет?
Нам надо будет повернуть откуда-то. Вот я отсюда вышел, да? По-моему, сразу. Сразу туда надо бежать. Сразу как выходите, бежите. У меня 6 отмычек, я думаю, нам хватит, чтобы открыть пса. Плюс там золото мы соберем. Плюс освободим песика. Может быть, мы будем лучше выслеживать тварей. Я надеюсь. Конечно, песика жалко. Я бы не хотел, чтобы он умирал. Может быть, он со мной будет бегать. Было бы круто. Вот, все, ребят, отлично. Песика. Хорошенький. Мы это сделали. И достижение. По-любому в Steam будет достижение за это. Надеюсь, я с первого или со второго раза открою. Все. Отлично. Песик. Песик, куда ты убежал? Я не знаю, ребят, куда он убежал, песик. 69, 6, 31. Одна мертвая собака, смотрите. Одна умерла, одна выжила. Мы спасли песика. А почему мне достижения не дали в Steam? Я прям уверен был, что дадут за это достижение, но нет. Не дали. И человек тут помер. А, дали, вот, получено достижение. Освободитель собак. Мы это сделали. Только куда он убежал, пес, я не знаю. Так. Того мне 107 монет. Я думаю, я сейчас... 55 маны. Я думаю, сейчас сохранимся около тотема. И отсюда начнем искать дерево. Был вариант, что она мне будет как-то помогать находить их, что ли. Чтобы я мог как-то использовать. Но для использования нужен тотем поставить. У меня тотема нету. Он стоит дорого, 85 довольно-таки. Но он очень нужный. Теперь сохраняемся и отсюда будем искать наше дерево. Хотя, ребята, знаете, что я подумал, короче? Что мы сделаем? Мы вернемся на базу и купим броню, чтобы у нас было здоровье 120. Мне кажется, это будет круче. Да, так и сделаем. Ах ты, тварь, смотрите. Бегает. Блин, а чё я боюсь? Я патрон зря просто потратил. Знаете почему? Потому что она бы все равно убежала. У меня очень хорошая, как бы это сказать, способность отпугивать. О, ребят, смотрите, песик. Он прибежал домой. Прикольно, ребят, офигеть. Вот это круто. И он мне, смотрите, подарок дал. 25 монеток. Спасибо, пёсик. Вот это я хороший поступок сделал. Смотрите, все, он пришел домой. Он теперь будет дома сторожить. Блин, как же это здорово, что есть собака. Собака действительно лучший друг человека. Как-то даже не так страшно, спокойно. Что ты приходишь домой, а там собачка тебя ждет. Очень хорошая собачка, молодец. Прям по носике. Давайте погладим его по носику. Я вот сейчас по экрану сейчас по носику погладил. Молодец, хороший песик. Окей, ребят. Прикольно. Он гавкнул, я просто это не записал. Простите меня. Так, ладно, идем сюда. Сейчас купим эту способность. Пуль 40. Я думаю, мне хватит 40 пуль. Сила природы. Так, опытный торговец. Металлическая броня. Вот, до 120. Возьмем ее. Ну, за 50 навряд ли вы что-то купите. Серебряное распястье, я думаю, не стоит. Вот тотем, смотрите, я бы купил бы. Легкие сапоги. Но мне уже ни на что не хватает. Поэтому давайте еще купим один комплект набор. 44, я думаю, все. Больше не будем пока покупать. Будем копить монеты. Как видите, здоровье у меня 120. Блистательно. И все-таки я лучше около дома телепортнусь. О, нифига себе. Ребят, застучало сердце-то. 44 патрона, 120 здоровья. Я думаю, у нас все шансы. И он где-то тут ходит. Жалко, у меня маны нету. Так, ну по... А, смотри, тут пропало. Тут пропало. Но он где-то все равно рядом. 500 метров. Так, вон там... О, там их два даже, смотрите. Так, деньги, мана, отлично, там второй гондурас.
Иди сюда. Вот он, вот он, вот он, тварь. Да сколько же их тут? Давайте сразу убьем. Че, еще был? Так, по крайней мере, у нас есть мана, это хорошо. Здоровье потихонечку восстановится. Где вот тут еще патроны можно взять? Давайте поднимем. У меня 52 уже патрона. Давайте. Блин, ладно, оставим. Я думаю, здоровье само пополнится. Как же приятно осознавать, что у тебя 52 патрона в запасе. По 2 в столе, то есть 54 патрона, да? И 22 в запасе. 52 в запасе. Слушай, ребят, по-моему, я тут не был. То есть я... Че, кто-то зайдет за мной? Гребаная собака бежит. Я еще промазал, блин. Офигеть. Почему я промазал-то два раза? Надеюсь, больше никто не услышал, откуда я стрелял. Так, смотрите, где я по карте. Примерно вот здесь. То есть я свернул назад. Там, где сохраненка была, я назад повернул. Ну, в бок, в смысле, в бок свернул. Что я говорю, в бок свернул. Тут какая-то новая местность. Поваленное дерево. Вон она, тварь. Надо ее убить по-любому. Тут паутина. Возможно, тут есть пауки. Постараюсь убить сейчас. Все, отлично. А, ну я появляюсь, подожди. Вот, я около этого появляюсь. Памятника. А можно отсюда также наверх попасть? То есть мы, получается, сократили. Ясно. То есть, если от этого памятника пойти вот в ту сторону, вы выйдете, там будет разбитый караван. Туда выйти. А, ну все понятно. А там клетка, которую я освободил. Так, ну не знаю, попробую перебежать, может быть. Может быть, она будет где-то там. Ну, в смысле, оно, это дерево. Так, ребят, чтобы вы знали, вот эти руины, это вверху слева. Видите, красное. Красный треугольник. Он даже, смотрите, куда я смотрю, туда он и поворачивает на карте. Это прикольно. Так, убил вот эту тварь. Давайте посмотрим, где она. Речка. Речка, да? Камни какие-то. Слушай, ну, по-моему, рядом с рекой. Или на возвышенности. Я видел палатки, ребята. Она рядом с палатками. Эта тварь рядом с палатками. Блин, подожди, а где палатки? Я реально забыл, где палатки. Может быть, туда наверх надо идти? Так, ну-ка. По-моему, была вода, палатки. Давайте пока по тропинке пройдемся. 40 маны. Там тень впереди, ё-моё. Змея. Офигеть. Там змея была. Ладно, способ. Очень действенный. На любую гору можете подняться. Давай, давай, давай. Блин, он был рядом с палатками, я точно видел. А где я эти палатки видел? Я забыл. Себе на карте бы ты запомнил это место, было бы проще. Причем я там золото-то все забрал. Короче, ребят, надо к реке идти. По-любому рядом с рекой эта фигня. Так, нашел, короче, камень. А я не камень, тут просто пустота. И это, короче, вот здесь, чтобы вы знали. Если вы местность хорошо запомните, вам будет вообще легко находить этих демонов. Так, вот собака, лучше их издалека бить. Надеюсь, никого не согрел. Так,
меня 8 с маны, это хр. Это я так убью. Легко убивать. Все, у меня 100 маны, офигеть. Офигенно. Продолжаем искать. Слушай, а не вот эти ли случайно палатки, вон, видите, издалека? Но его все равно тут нет, но я пример вам покажу. То есть это между двух тотемов вверху. Да, скорее всего, он тут был. Вот на паутина. А, нет, тут нет палаток. Я ошибся, но тут есть паутина. Может, тут что-то ценное? Так, давайте. Да, ребят, тут золото. 33, 17. Паука самого нет, интересно. Тут еще есть. 21, 34. Кто это такие, смотрите. Паук поймал людей. Плюс отмычки. У меня уже 10 отмычек. Вот это топово нам повезло. Ну, видели, да, где это? Это место, сейчас покажу, вот вверху, в самом верху. Можете запомнить, ребят. Такая вот информация. Тут вы найдете золотишко. Так, мы дальше идем искать это. Эту сволочь. Так, нашел еще что-то. Смотрите, тут лестница. Сразу не заметишь, потому что оно темное, ребят. Сейчас вам покажу. Оно тоже где-то по верху, по центру. Только немножко правее. Ой, там змея. Бежала. Ну-ка, а тут что такое? Сейчас мы туда залезем. А, это просто пенек. Блин, сейчас эта тварь придет. Давайте быстро поднимемся. Сейчас я ее убью, так. Там змея. Так, убили. Сколько у меня пуль? 47. 55. Отмычек 14. Плюс 18 золота. Змея. Какая-то кукла. Кукла Вуду. В общем, вот эта фигня будет вверху, ну, примерно по центру, вверху по центру. Запомните, зайдете сюда, если нужно будет отмычки или патроны. Ой-ой-ой! Нифига себе, я ее даже не заметил. Вовремя. О, она просто испугалась. Испугала меня. Я отделался лишь испугом. Это хорошо. Уходим. Блин, как же я ненавижу эту тварь, которая летает. Надеюсь, она в следующей части не будет мне мешать. Потому что она так раздражает. Опять летит. Что за тварь такая? Бог ты мой, как она мне надоела. Патронов уже 55. Я думаю, этого точно должно схватить. Так, тут тотем. Да блин. Вот шептунов я больше всего ненавижу. Реально боюсь, они ману отнимают. Это одно из самых дорогих. Не хотел бы, чтобы она маны, чтобы она меня лишила. Так, ребят, у меня 192 монеты. Я предлагаю сходить домой и еще затариться. Чем-нибудь еще купим. Блин, эту тварь можно было убить, если бы я изначально бы, ну, купил здоровье и патроны. Ребят, старайтесь, ну, изначально покупайте патроны. Патроны, во-первых. Здоровье, во-вторых. И в-третьих, постарайтесь как можно быстрее взять вот именно карту, вам будет проще ориентироваться. Все, мы пока что возвращаемся домой. Кстати, знаете, что я подумал? Давайте я сейчас сохранюсь. Мы тут можем замки пооткрывать. О, плюс еще реликвия. Офигеть. Так, смотрите, я тут сохраняюсь. 50 маны. Я хочу посмотреть, что у нас там. У меня сейчас 208 маны. О, с первого раза зашли. 11. Плюс 19, отлично. Я сейчас все нафиг пооткрываю. Заберем деньги и просто, ну, затаримся, я не знаю. Можем вообще вот купить специальную штуку. То есть за убийство монстров нам потом будут еще деньги давать. Вот это я хочу открыть дверь. Она открывается, интересно? По-моему, она открывается, да, если...
Вот, ну-ка. Блин. Да ты издеваешься, что ли? Все, отлично. Мне еще 12 отмычек. О, паучок. Можно убить? И что будет? Блин, я паучка убил. Он такой маленький был. Может быть, я зря сделал. Может быть, это потом как-то отразится. 16. Там же в лесу тоже пауки бегают. Наверное, меня сейчас будут пауки везде преследовать. Так. О, тут тараканы. Сейф. Я не знаю кода от этого сейфа. Блин. То есть надо еще код найти. Прикольно. Возможно, в сейфе что-то интересное будет. Можно толкнуть. Киса. Смотрите, ребята, киса. Тут киса сидит, такая смотрит на меня. Кошки вообще чувствуют, говорят, вот этих всяких паранормальные явления, призраков. Блин, ну я явно не призрак. Смотри, она смотрит на меня, прикольно наблюдает. Кошка реально топово сделана. Спасибо разработчикам за кошку и за собаку. Это очень круто. Таракашку жалко, букашку. Вот эту, паучка. Так, ладно, там, по-моему, что-то еще можно открыть. А, вот, смотри, что можно открыть. Эту сарайку. А, нет, не могу. Там сундук есть, давайте сундук хотя бы откроем. Так, вот в этом доме был сундук, точно. Тут закрыто. Надеюсь, меня больше не будет пугать. Тут вообще стула нету. Тут раньше был стул. Вот тут по центру стоял. Сейчас его нету. Так, ладно. Давайте попробуем открыть замок. О, с первого раза. У меня уже патронов 60. Все, некуда уже. И смотрите, кто это такой. Нифига себе. У него гвозди, у него в голове гвозди. Подобрать? А, это тарелка. Кукла, короче, а в голове гвозди. Офигеть. Блин, жутко становится. Там не так уж топово было. Немножко золотишко. О! Странно, крыса убежала. И вот этого чувака не было. А сейчас он тут сидит на стуле. Что, блин, происходит? Что-то по-любому поменялось. Крыса, подожди. Выбежала на улицу. Блин, что-то мне жутко как-то стало. Ну тут, я думаю, навряд ли меня в деревне кто-то убьет. Ладно, давайте сейчас закуп сделаем. 269. Слушай, я в церкви, да, тоже немножко не посмотрел. Может быть, тут тоже что-то интересное. Вот, смотрите, что такое. Я знаю эту книгу наизусть. А, понятно. Какая-то женщина. Может быть, это главная ведьма будет? Надеюсь, что нет. Кстати, вот где я еще не был, точно. Во-первых, можно наверх подняться. Я не знаю, зачем мне это надо. Так, может, как-то нагнуться надо вот так. Или прыгнуть. Ладно, пофиг. Вот. А, там что такое? Подожди, лестница, которая идет в никуда. Немножко странно. Вам не кажется? Так, тут тоже что-то интересное. Давайте уже раз пришли, пошаримся. Тут нету замка, значит, сюда нельзя попасть. Ребята, тут что-то явно происходит. Я вам сразу сказал, что тут что-то неладное. Была ли тут карета, я вот тоже не помню. Тут денежка лежит в карете. Тут была повешенная женщина, сейчас ее нету. Где она? Где эта женщина? Тут стало что-то происходить. Я думаю, в конце мы будем тут сражаться. Может, ее просто сняли? Но тут в городе изменения происходят. Ладно, давайте затаримся, сейчас купим что-нибудь. Во-первых, распятие, я не знаю, сколько у меня уже штук, 6 штук, я их пока что не использую. Гнев природы можно использовать, смотрите, увеличивает радиус чувствительности серебряного распятия. У меня их уже 6 штук, я думаю, стоит увеличить.
Легкие сапоги стоило приобрести, потому что увеличивают выносливость при беге на 10%. Это круто. Тотем-смотритель можно взять и пройти уже эту локацию нафиг. Сила природы. Растение на 40 единиц здоровья восполняет. А так 20. Опытный торговец. Вы получаете на 20% больше монет за ценный предмет. Но я думаю, уже нет смысла, потому что мы уже, мне кажется, все сокровища облутали. Сразу, если сразу это сделаете, то да. Тогда вы в плюсе будете. А мне кажется, сейчас мне невыгодно будет. Вот я гнев природы хочу, наверное, выучить. Так, сколько у меня осталось? 130 монет. Тотем-смотритель. Ладно, давайте возьмем легкие сапоги. И у меня остается 70. Если было 80, можно было, конечно, тотем-смотритель взять. Когда вы... Так. Он один раз, да, можно использовать тотем-смотритель. Печально. Но мы почти уже все скупили у этого чувака. Ну, самое ценное, конечно, тут осталась лицензия охотника за головами, потом сила природы и опытный торговец. Это можно вначале делать все. Но лицензия охотника вы будете убивать всяких демонов и за каждого будете по 10 золотых получать. Сила природы. Ну да, я уже, мне кажется, тоже все листики собрал. Смысла нет. Опытный торговец. Тоже, я думаю, смысла нет. Ну все, в принципе, тут в этих уже актуальность пропала для меня. Вот тотем-строитель, да, пригодится. Сколько у меня маны? У меня 50 маны. Давайте пойдем так. Слушай, может у него что-нибудь еще есть появилось, нет? Какое-то письмо, но я не могу это взять. Пока что не могу. Что, 10 золотых не будет? Неужели не будет нигде тут ничего такого? Какой-то рисунок. О, смотрите, что я нашел. 11 монет в бочке лежало. Смотрите. У меня 81 монета. Давайте все-таки возьмем на всякий случай тотем этот. И убьем этого сволочу. Этого гада. Так, все. Взяли тотем. А, плюс внутри игра сохраняет процесс после установки. То есть, если мы его установим, у нас автоматически игра сохранится. Прикольно. Но это может быть опасно. Его он доставит, если у вас 120 здоровья. Если у вас много здоровья, если у вас мало здоровья, не советую ставить. То вы постоянно будете погибать. Ну что ж, давайте попробуем. Так, если мы хотя бы немножко... Вот. Давайте прям тут поставим, короче. Короче, смотрите, я сохраняюсь. Сохраняюсь, иду сюда. Поставить тотем. А зачем я сохранился, если бы игра бы сохранилась бы и так? Почему? Вон, 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 вон. Зря я сохранялся. Хотя давайте загрузимся просто. Так, все, мы тотем побережем. Блин, я же тотем начинаю. Ладно, пофиг. Куда он пошел? Он куда-то за холм пошел. Ну что ж, давайте попробуем его догнать. Вот я лоханулся с тотемом, вообще сейчас жалею. Я тотем вообще зря устанавливал. Или хотя бы надо было не сохраняться. Ну, то, что сохранился, это ладно, фиг с ним. Я в любом случае ману добуду. Тотем жалко, да. Ой, тварь. Тварь, сволочь. Так, ну что, сейчас я думаю, догоним это дерево. Все, ребята, где-то здесь. Слышите? Патронов у меня дофига. Должно хватить. Оно быстро бегает так. Но если оно тебя с... если ты сагришь его, то оно уже будет на тебя нападать. Я думаю, навряд ли оно переходило речку. Так что мы перейдем ее сами. Странно. Перестало биться. Неужели она перешла речку? Она где-то тут.
Там я как конкретно лоханулся вообще. Она еще так быстро бегает. Восемьдесят золотых просто так потратили. Офигеть, ну я лох. Игру мне постоянно не везет. Блин, ну где-то здесь, ребят. По карте, блин, наверху. Значит, она наверх тоже бегает, да? Слушай, вот оно, вот оно. Вот оно дерево. Прям на открытом участке. Нифига себе, я нашел. Так. Ребят, готовы? Вот оно. Давай, давай, давай. Ху-ху. Ну что ж, давай. Посмотрим, какое ты. Там еще эта тварь, блин, которая будет мне мешать. Надо быстро убить. Бежим, 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 бежим. Вот оно реально сейчас будет нам мешать. Вот сволочь. Надо убежать немножко, отвлечь ее. Но мы ее сагрили, это уже хорошо. Главное не потерять ряд, главное не потерять след. Меньше половины здоровья у нее осталось. Ах ты тварь, ах ты тварь! Прям рядом, рядом была прям. Давайте зарядим еще один. Ой, попали. Хреново. Я не знаю, тут будут какие-нибудь растения. Раз. Два. Вот сволочь. Это этот, блин. Тень, гребаная тень. Надо прятаться. Мне листик нужен, подорожник. Так, есть тут вода? Блин, тут воды нифига нету. Хотя, подожди, есть. Надо агрить это дерево. Давайте еще два раза выстрелим. Так, вроде убежал. Ни хрена вообще не видно. Короче, потеряли мы это дерево. А где вода-то? Где-то там вода. Побежали. Значит, все, мне хана. Может, подорожник там вообще будет? Ах ты там. Там эта сволочь. Сагрился у нас. Сейчас вообще нас убьют. Вон на водичка. Давай, давай, хороший. По-хорошему, мне надо вернуться назад, ребят. Все, убегаем. Сейчас я бегу, короче, знаете куда? В лагерь. Потом будем опять искать это гребное дерево. А ну тут где-то ходит это дерево. Блин. Запомнили, где? Вверху. Дерево вверху. Будет оно там сейчас или нет, я не знаю. Но мы почти его убили. У нас еще 45 патронов. Просто мне немножко не повезло. В любом случае надо возвращаться. Короче,
вне записи меня, ребят, убили. И причем сейчас я даже не знал, где это дерево. Тотем сейчас не помогает. То есть его когда заново устанавливаешь, помогает. А так дерево пропадает. Ребят, вот оно, вот оно. Не было, не было, появилось. В ту сторону пошла. Окей. Идем в ту сторону. Наверх. Да, ребята, она наверху почему-то любит тусоваться. Ах ты, блин, тварь. Это, блин, бегает призрак. Она меня чуть не раздавила. Блин, ну где-то рядом. Так, идем наверх, поднимаемся. Сейчас будет топовая битва. Но я сейчас постараюсь не лохануться. Самое главное — убегать от призрака постоянно. Тем более скорость перезарядки у меня уже на 30% быстрее. Это нормально. Уже попроще будет. Так, ребят, ну она опять на это место идет, видите? Наверх. Уже, короче, я сейчас тут, но вот там какое-то дерево есть. Не знаю, оно или нет, если ему туда посмотреть. Ладно, сейчас тут еще походим. Ребята, смотрите, что я нашел. По центру, короче, по центру горы. Тут, во-первых, есть золото. Давайте подберем. Тарелку тоже. Тут есть еще есть цветок. Поняли, да, по центру? Рядом с камнем. Если что, надо будет добежать до сюда. Блин, что эта тварь тут кружится? Ой, тут нет никого. Перестало сердце биться. Что, ну все-таки есть вариант, что вот то дерево, что ли? Давайте к нему подойдем. Ну, смотрите, нет, когда я ухожу... Тут сердце не бьется. То есть нам все-таки надо наверх. Примерно туда. Видите, сразу сердце забилось. Ребят, вижу. Вон оно, видите? Так, также по центру. Вот стоит. Ладно, будем сейчас убегать. Перезаряжаемся. Слушай, а какое оружие быстрее заряжается? Валим. Мне кажется, это быстрее. Кто там? Так, надо подняться, ребят, наверх. Тварь. Ну ты тварь вообще. По центру там, блин. Сейчас отдохнем. По центру было растение. Давай. Дай мне передохнуть немножко. Так, где-то там. Что ты делаешь-то? Сейчас перезарядимся. Надо чаще просто убегать. И будет нормально все. Так, слушай, ну больше я не знал, где подлечиться. Где-то тут. Все нормально. Так, давайте убежим немножко.
Тварь, блин. Давай, давай, давай. Беги, 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 беги. Беги, пожалуйста. Давай, давай, пожалуйста. Бежим. Как можно дальше? Где эта тварь? Вау, прям рядом так. Блин, благо тут вода. Да ё-моё, идиот. Кусок идиота. Водичка, водичка, водичка. Подальше надо дойти. Так, это не канает. Кто там? Еще одна тварь. Они тут везде, ё-моё. Все, бежим, бежим. Немножко осталось, немножко. Потерпи, пожалуйста, потерпи, пожалуйста. Так, за дерево. Бегай. Предлагаю сохраниться, блин, там. Там не перейдешь. Блин, там один выстрел остался, два. Убили. Найти и убить ведьму. Все, дерево горит, ребят. 100% магии. Убили мы тут. Я боюсь за огонь вообще прикасаться. Думаю, погибну. Красотища. Ладно, да-да-да, нельзя прикасаться, сами видели. Так. Короче, пока ведьма не нашла нас, бежим в тот домик. Там сохраняемся. Мы убили эту гребаную дерево, вы сами видели все. Это было сложно. Еще эта тварь, которая орет. Не мешала. Да блин. Пошли нафиг. Что такое? А, я устал. Я уж всего боюсь. Фу. Тут эти твари появились, раньше их не было. Сколько мне? 12 отмычек. Да, ё-моё. Ты издеваешься? Все нормально. Так, патрончики. Отмычки. Так, что-то я тут должен был еще взять.
Я думал, тут сокровища, тут нифига нет сокровищ, тут только отмычки. А давайте не будем судьбу испытывать. Возвращаемся на базу. Ну, тем самым, я думаю, мы сохранимся. Тут ничего не поменялось. О, поменялось. Каждый раз тут что-то меняется. Смотрите. Бараш. Барашка. Он определенно не спит. Ребята. Помните того чувака, который спал в церкви? Его кто-то убил здесь. Сколько у меня патронов-то? 44. 52. 60 патронов. Тут мы взяли у него патроны. Блин. То есть каждый раз тут что-то меняется. Я надеюсь, меня вылечат. О твоей битве с этим ужасным созданием будут слагать легенды. Так. Патроны мы получили. У нас 60 патронов, ребята. 60. Золота, правда, мало. Мне нужна церковь. Я надеюсь, меня там вылечат. И каждый раз что-то новое появляется. Девушка сидит, с ней, в принципе, нормально все. Я думал, у нас не получится. Так, надеюсь, торговец-то жив. Девушку вон сняли. Тут, помните, она висела? Тут каждый раз что-то меняется. Надеюсь, лошадка не погибнет. Так, ну вот только вот этого можно купить, но не хватает денег. А, так, ну это мне не надо, да? Ни торговец, ни сила природы, я думаю. Ну не обязательно. Ну силу природы, в принципе, можно было прокачать в другой раз. Ладно, ребятки, давайте... Я надеюсь, я отсюда, да, начну... Давайте на этом закончим. С вами был Алекс Плей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы с вами обязательно продолжим. Всем до скорого, пока-пока. Ну это, конечно, удивило. То, что тут. О! Ворон наверху. Тоже не знал. Не заметил сразу. Фу. Ладно, ребятки, увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.